на должном уровне. Конечно. Это движение. Все в барабанах начиналось, начинается и всегда будет начинаться. Number one – это движение. Сначала движение, потом только удар. Для нас всегда первичное движение. Удар для нас вторичен. Удар – это продукт движения или сумма движений. В руках это будет downstroke, upstroke, снова downstroke. Это называется full stroke. Если мы играем ногами, то же самое. Мы делаем определенные манипуляции руками и ногами. За счет движений мы получаем тот или иной вид удара в инструмент. Соответственно, звучание. И компонуем эти удары между собой, параллельно друг к другу, либо последовательно, что формирует наши грувы. Если мы параллельно играем, это стековые рисунки, стековые грувы. Если последовательно, это linear grooves, линейные рисунки. Соответственно, чтобы научиться играть на барабанах музыкально, ритмично, мелодично, то есть чтобы это все звучало смикшировано, скомпоновано между собой, нужно в первую очередь отработать движение в руках и в ногах по отдельности, потом отработать пункт номер два. Это скомпоновать их, то есть между собой соединить их. Потому что некоторые движения могут быть абсолютно разными и противоположны друг другу, мы совершаем эти движения. В руке, в одной руке мы делаем одно движение, во второй руке мы делаем совершенно другое движение, и в ноге мы делаем третье движение. Во второй ноге, в левой, например, мы делаем четвертое движение. И, соответственно, у нас получается сумма движений. Так вот, чтобы все это звучало правильно, кайфово и красиво, независимо от того, что мы играем на ударной установке, движение для нас всегда первично. Мы должны, Катенька, отрабатывать всегда движение. Двигайтесь правильно, красиво, мягко, плавно, и тогда ваша игра будет действительно такой же, как ваше движение. Вот и все. Вся правда жизни. Все эти миллионы часов за пэдами, удары там, я не знаю, там какие-то там подушки, все, конечно, круто, подушки, банки. Но нужно начинать с движений. Все, весь саунд зависит от движений, которые мы делаем. Даже самые простые ритмические рисунки, особенно новичков это касается, можно двигаться так, рукой двигать так. Можно двигать так рукой, этот же рисунок. Серьезно, короче, ребята, движение. Это все, что вам нужно для того, чтобы очень круто играть на барабанах. Неважно, кто ты. Начинающий, продолжающий. Тетя Катя. Или уже завершающий свою карьеру барабанщика. Двигайся, друг мой. Просто двигайся. И все. И все будет в ажуре. Движение — это жизнь, чуваки. Движение — это жизнь. Барабанная. Барабанная жизнь. Движение — это барабанная жизнь. Двигайте эту тему. Все. Yeah.